Доброе утро. С утра пораньше мы решили прийти, как порядочные французы, на рынок. И рынок необычный. Это рынок поля Бокюза. Пойдемте его изучать. Этот рынок считается одним из самых важных. Я бы сказал, даже самый важный в Лионе. И назван он в честь маэстро за его великие достижения в гастрономии Франции. Работает этот самый крупный крытый рынок Лиона с 1971 года, а в 2006 он получил гордое имя Поля Бокюза на своем фасаде, как отметку неоспоримого высочайшего качества. С тех пор он и стал важным пунктом в планах туристов, так или иначе интересующихся французской кухней. Кстати, по вечерам тут часто проводятся разнообразные мастер-классы и кулинарные ивенты, а днем проводят экскурсии для детей. Если покупать вы ничего не собираетесь, а просто зашли поглазеть, аппетит разыграется не на шутку. И вот тут очень кстати небольшие ресторанчики, которых тут с десяток. Утром они еще закрыты, поэтому завтракать будем свежей выпечкой с кофе. Интересный факт в том, что не все французы начинают завтрак с кофе и круассана. Как я заметил, тут многие на рынке уже начинают с бокальчика красненького. Вот так вот. Неплохо жить во Франции. Как нам только что рассказали, на этот рынок очень сложно попасть в плане того, чтобы взять место и продавать здесь. Тут собраны лучшие производители, и цены здесь выше среднего вообще по городу. Поэтому не заблуждайтесь, думая, что попадая на рынок, вы покупаете самые дешевые продукты по лучшим ценам, скажем так. Нет, это не так. Мы себе взяли немножко попробовать. Уверен, все будет очень вкусно. Оставайтесь с нами, это съедобный бизнес. Друзья, наконец-то! Этого дня я ждал всю нашу поездку. Мы добрались, наконец, в ресторан Поля Бокюза Бразери Лено. Погнали смотреть!
Друзья, именно благодаря Полю Бокюзу Лион стал гастрономической столицей Франции и, наверное, всей Европы. И здесь расположено большинство его ресторанов, их больше 10. Сегодня мы находимся в одном из них. Это Брасери. Как сам Бокюз говорил, он вывел традиционную лионскую кухню на новый уровень. И этим положил начало французской новой кухни, так называемой. В чем ее фишка? В том, что она не такая жирная, не такая плотная. Он облегчил ее и совместил несовместимые вещи. Например, только что мы ели ризотто, в котором были гребешки, то есть там морепродукты, были грибы и был сыр пармезан. Я вам так скажу, что когда я работал сам в ресторанах, нам говорили, что к морепродуктам ни в коем случае нельзя подавать сыр, натирая его в тарелку в пасту либо в ризотто. Как мы видим, метр французской кухни это сделал, и я вам скажу, это очень вкусно. Несколько фактов о легендарном шеф-поваре. Это единственный шеф-повар, который смог удержать 3 звезды Мишлена в своем одноименном ресторане в Лионе на протяжении 45 лет. Карл, 45 лет. Говорят, что получить мишленскую звезду – это сложно, но удержать ее – это намного сложнее, а у него их было аж 3. К сожалению, именно в этом году ресторан потерял свою 3-ю звезду, сейчас это 2 звезды Мишлен. В 1975 году Бокюз готовил на приеме в Елисеевском дворце, на приеме у президента, и он приготовил суп из трюфелей, который после этого вошел в топ-меню для дипломатов во Франции и стал культовым вообще, в принципе, во Франции, во французской кулинарии. И также хочу сказать, что в 1982 году был основан Awards «Золотой Бокюз», который позже был признан самым масштабным, самым весомым в кулинарии во всем мире. И по сей день каждый уважающий себя шеф-повар мечтает получить эту награду «Золотой Бокюз». Друзья, такой интересный типс вам. Заказывайте ромовую бабу, и при заказе вам приносят бутылочку Spice Roma для того, чтобы вы сами себе заливали в бриош. Вот так вот берешь, и по цене десерта получаешь бутылку рома. Друзья, что хочу вам сказать. Ресторан Бистро Ленор – это место обязано посещению при визите в город Лион. Ну а мы идем дальше. Ну а сейчас мы приехали к основной достопримечательности города. Это сердце Лиона, это собор Нотр-Дам-де-Фурье, который стоит на одноименном холме. Именно отсюда открывается самая крутая панорама на весь город. Пойдемте смотреть. Thank you.
Ну что, вот и подошел наш выпуск к концу. Пару слов о Лионе. Лион меня поразил. Очень красивый город, чистый, безопасный. Кстати, он считается одним из самых безопасных городов Франции. Ну, про гастрономию вы сами все видели, нечего рассказывать. Единственное, что с парковками, конечно, полная беда, по крайней мере, в той части города, где мы были. Это старый центр. И я всем советую, кто приезжает, лучше не берите машину на прокат, если вы остаетесь только в Лионе. Гуляйте пешком, если хорошая погода, либо катайтесь на такси. А так, конечно, это просто город must visit. Так что ставьте лайк этому выпуску, пишите ваши комментарии ниже, как вам вообще выпуски о Франции, о Лионе, о Шамони. И, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что дальше будет еще интереснее. Ну а я, Андрей Сенко, прощаюсь с вами. До следующей недели. Пока!